20 мая в администрации города прошло награждение победителей ежегодного городского конкурса по охране труда. За высокое чувство ответственности за жизнь и безопасность коллег, лучших уполномоченных по охране труда, наградил заместитель главы Десногорска Александр Новиков. Важнейшая задача каждого руководителя – это сберечь жизнь и здоровье своих работников. Вы с этим успешно справляетесь, вы показываете лучшие результаты как в нашем городе, так и в области. За лучшее состояние условий и охраны труда были также награждены предприятия, организации и учреждения города. Первые места в конкурсе заняли филиал «Смоленск Атомтехэнерго», «Полимер», «Электроцентр Монтаж», «Детский сад Аленка» и «Детская художественная школа». Мы прежде всего заинтересованы, чтобы учащиеся, которые приходят в художественную школу, обучались в комфортных, в безопасных условиях, чтобы преподаватели, которые вкладывают свой труд в обучение детей, работали в комфортных, безопасных условиях. И эта почетная грамота – лишнее подтверждение, что такие условия в нашей художественной школе созданы. Виталий Волков, Ксения Лошкова, Александр Ерофеев, Десна ТВ.